Доброе утро понедельника. У нас опять похолодало, 7 градусов, и будет дождь опять целый день идти. Придется нам сегодня с Мирончиком дома сидеть. Но я все равно решила прогулку не откладывать, пойду погуляю. Всю прогулку я провела под дождем. Под дождем очень чистый воздух. Я прям надышалась, нагулялась. Возвращаюсь домой обновленная. Что, сыночек? Почисти мне апельсин. Хорошо. Пусть папа почистит. Нет. Я? Ну, нельзя, нет. Ну, ладно. Но там у нас земля. Ага. А вот это что? Сверху. Это, например, мама. Это, например, букет. Это букет, мама, наверное. Это вы с папой рисуете так? Да, это листочек. Понятно. У меня на завтрак смузи сегодня фруктовый из мандарина, голубики, манго, клубники, дыни, авокадо, банана и ананаса. Я пешкой похожу. Мамина, а после... О, я не туда походила, папа срубил нашу пешку. Пермиру. Я срубила папу. Давай пять, мы выиграли, ура! Классно! На завтрак запеку брускетты в духовке, помидоры, оливковое масло, чеснок и травы. Обжариваю тофу с водорослями нори. Здесь отдельно у меня нут варится. И макарошки подогреваю вчерашние. Брускетта тоже готова, ароматная, достала с духовки. Вот такой у нас завтрак. Макарошки с соусом из нута, просто отварной нут. Брускетта с томатами, обжаренный тофу с водорослями нори и огурчик. А что ты собрался так рано? Еще 35 минут. Мне надо нагреть мою одежду. Мне голову. Понятно. Ты ее с балкона достал? Нет, она тут висит. Укрой меня одеялом и включи, пожалуйста, батарею. Какую батарею? Мы уже батарею сняли, которую мы зимой грелись. Дорога, это топень. Все развалилось, да? Это, например, сай, который он уже выпучил, наверное. Ага, ну красиво. Вспомнил про эту игрушку. Здесь еще другие карточки тоже есть. Кораблик. А, это цветочек в горшочке, да? Похоже. Что-нибудь такое можно интересное сделать. А здесь просто цифры 1, 2, 3. Нет, тут тоже. Это плюс. Это сюда. Ну, пускай. О, точно, нашел. Ну, зависает, как будто. Ну да, она зависает. На полдник приготовлю овсяный пирог с айвой. Здесь я уже размяла банан и добавляю овсяное молоко. Растительное масло. Изюм. Щепотку мускатного ореха, щепотку корицы, овсянку перемолола в муку и разрыхлитель. Все перемешала и тесто отправляю в форму. Смазала его растительным маслом. Теперь украшу пирог айвой. Можно отправлять пирог в духовку. Все, наш пирог с айвой готов. Мы налили себе уже овсяное молочко с Мироном. Будем кушать. Мы вышли немножко прогуляться. Тебе велик нужен? Давай достану. Ура! Нормально или еще выше, сынок? Под вечер даже солнышко у нас вылезло, тепло стало, приятно. На, палочку тебе. Ух ты! Три, потом два, потом один и прибить. Осталось два раза. Мирон 28 раз уже скатился с этой горки. Говорит, я хочу еще больше. Мирон не устал кататься, но я уже устала считать. Он уже 40 раз прокатился. У нас сегодня так холодно на улице. Ну и уже 8 час. Я подзамерзла. Пойдем домой. Мирон, конечно, набегался. Ему тепло. Папа наш уже с фитнеса пришел, да, сынок? Вот у кого доброе утро. У нас у всех на завтрак фруктовый смузи. Состоит он из апельсина, голубики, манго, клубника, дыня, авокадо, банан. Вкусно, сыночек? Витя меня подменил, я пойду погуляю. У нас сегодня, несмотря на то, что солнечно, всего лишь 5 градусов, холодно. Иду уже через парк домой и на дороге нашла 5 евро. Возвращаюсь домой, вдруг так жарко стало. Но я так хорошо прогулялась, подышала. Сейчас буду готовить завтрак.
И где же мой сюрприз? Сюрприз! Сюрприз! Подпекаю хлебушек на сухой сковородке, размяла авокадо, сейчас намажу на хлеб. Обжарила тофу с соевым соусом, намазала толстое авокадо, маринованный огурчик, лист салата айсберг и тофу, обжаренный в соевом соусе. Наш завтрак, обед, отварной рис, овощной свежий салат, котлетки из оранжевой чечевицы и тост с авокадо и обжаренным тофу. Мама, ты замечательный повар, мам! Спасибо, сынок. Заезжайте, заезжайте к нам, у нас кушать есть, заезжайте. Заезжайте кушать. Видите, Юлику пойдем сюда. Мирон, заезжай. На парковку давай заезжай. На обед я буду варить суп из брокколи. Здесь только брокколи и картошка. Немножко посолю, потом все блендером пробью. Зеленый, супер полезный, вкусный суп из брокколи готов. Мы с Мирончиком к Марине на занятия. У нас такое черное небо, потихоньку дождь начинается. Надеюсь, мы успеем с Мироном добежать. Беги скорее, сынок, дождик! Порвись, березы, на дорожку прыг. Больше нет мороза, чик-чирик. Светит солнышко в окошко, светит в нашу комнату. Все захлопали в ладошки, очень рады солнышкам. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. Бегите все под зонтик, бегом, дождик идет. Дождик веселее, капай-капай, не жалей. Только нас не замочи, зря в окошко не стучи. Брызни в поле пуще, будет травка гуще. Пошли гулять. Светит солнышко в окошко. Клювик, да, он всю зиму зимовал с нами. О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы выжили, мы выжили, мы живы, живы мы. Сорока белобока. Синичка. Синичка. А это? Я воробейчик. Воробей. Вот эти, ребятки, птички у нас зимовали, да? Зимой были, а весной прилетела. Пойдемте покажу, кто. Ласточка, тиви-тиви, к нам летит. Ах, к нам летит, а под крылышком ее весна сидит. Ах, весна сидит. Давайте сейчас на стульчике сядьте, я вам что-то расскажу. Но появилось яичко. Одно. На следующий день еще одно. Сколько стало? Два. 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 И сколько стало? Три. Раз, два, три, четыре. Ой, уже много здесь, да, папа, мама, и это два маленьких птенчика. Уже подрос, уже учатся летать. Все, полетели птички. Летите, птичка. Проснулся. На веточку слева. Вот так. Да, молодец, хорошо. Молодец, да. Миша, а как у тебя хорошо? Ой, молодец. Нет, сейчас вот так надо сделать. А маленькую? Это... Мирон, покажи свою ласточку. Ой, какая классная. Подарок, да, у Леночки день рождения. Всем подготовила подарочки. Пойдем, пойдем. Как красиво здесь деревья цветут вообще. Красотища какая. Мирончик остался у бабушки, а я пойду домой отдыхать. У нас такая погода давит прям, как будто бы дождь сейчас опять пойдет. Ну и чуть-чуть капает. Так что буду сидеть дома, холодно. Заварила себе чаек с мятой, сделала себе тосты со свежими овощами и с тофу. Покушаю и пойду за Мирончиком. Вышла я за Мирончиком, у нас время уже без 28. Закат, солнышко садится. Сегодня прям прохладно, всего лишь 7 градусов, ощущается холодно. Я одела куртку потеплее, завтра тоже будет 9 градусов,
и все, и наступает тепло, показывает там уже 15, 17, 19, наконец-то весна теплая, классная. Подхожу уже к дому, смотрите, сколько здесь цветущих деревьев. Аллея из белых, красивых, цветущих деревьев. Здесь так приятно идти. Забрала своего ребеночка, пойдем домой спать уже, 9 час.